Всем привет! Мы сегодня продолжаем прогуливаться по выставке, смотреть ткани, смотреть новых поставщиков, новую фурнитуру. Искусственный мех представлен, это сшитые образцы, просто представлен мех, поставщики меха. Сейчас мы с вами попытаемся найти курточные ткани. Мне сказали, что здесь есть представители корейской компании. А также посмотрим искусственный мех. Идемте дальше. Хорошего, кстати, качества. Такую ткань используют, например, в медицинской одежде премиального класса.
есть как раз комбинат, про который я говорила, где выпускают снизовую шерсть премиального класса. На фото. К сожалению, нам не дали снять шерстяные ткани. Сказали, нельзя фотографировать, нельзя снимать. Очень жаль. Я хотела вам показать замечательные ткани турецкого поставщика. Идемте дальше. Будем снимать там, где нам разрешат. It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign. This is a sign. Очень интересный трикотаж. Состав вискоза 50%, хлопок 41%, эластан 5%. Цена 17 евро 900 центов, 90 центов. Это у нас российская компания, которая работает с топовыми итальянскими фабриками. Представлены костюмные ткани, плательные, пальтовые, подкладочные. Сегодня последний день выставки. Народу очень много. Костюмные ткани. Здравствуйте. Турция? Для вечерних платьев с пайетками. Тюрик там. Такая тоже интересная.
Узбекистан. Трикотажные полотна. Очень большой, кстати, выбор. Такие зайчики. Сегодня с вами прошлись по заключительному дню выставки. Всем пока-пока!